Это все ерунда, ты чего-то не договариваешь. Ну скажи, ну, скажи, что разлюбила. Хватит, Павел, я же тебе все уже сказала на пароходе. Я же помню, как ты ухватила за эту поездку. Строили планы. Свадебное путешествие. А в самый день отъезда тебя будто бы подменили. И вот на тебе. Здорово живешь. Хочу к маме. Лен, ну неужели ты не видишь, что здесь происходит? Неужели ты не хочешь все своими руками? Пойми, своими руками. Паша. Павел, виновата я, ты прости. Ты хороший. Но, честное слово, я не могу. Я должна уехать. Мы должны развестись. Иди. Ну вот. Больше я вам не нужна. Пора уходить. Вот и все. Что все? Все. Спасибо вам. За что? За все. За то, что вы есть. Были все эти дни. Я как будто родниковой водой умылась. Да. Товарищ Кошкин? Да, это я. С вами говорит Рогозин. Здравствуйте. Спасибо за машину. Надеюсь, показ в Кремле пройдет хорошо. До встречи, Михаил Ильич. Выздоравливайте. Зареченский предъявит претензии, там через суд или арбитраж, деньги мы тебе перечислим, погасим. А урожай ты должен сдать весь. Слышь, Виктор, весь. Район выручать надо. Ты поможешь, тебе помогут. Что обещано совхозу, мы обязаны вернуть. Хозяйственные связи с Зареченским – это экономическая необходимость. Району я предлагаю высокоурожайный сорт картофеля, но для этого нужен транспорт. Срочно нужны машины, но вот неужели... Видишь, как тебе нужны машины, а? Да урожаю они нужны, урожаю, чтоб не гнил, чтоб не пустили такой семенной материал на перегонку на спирт. Нет, Виктор, избаловался ты под крылышком Ивана Ивановича. Не хочешь помочь своему району, а? А просишь, чтоб тебе помогли, ну ведь нелогично. Агроном ты хороший, но руководитель... Нет, сам пропадай, а район выручай. Тогда и тебе помогут. Здравствуйте, тетя Паша. Хорошо, Юля, Дима, очень приятно. Ох, Виктор. Вы у нас тут отдохнете. Грибов, ягод много. Прекрасно. Рыбку, муху наловить, одна забава. Проходите, а как насчет охоты? И охота. Вон Фит расскажет, он про него лучше знает. Он со своим братом Николаем всю округу не один раз обошел. Вася, Лындин! Па, не как Фигиня. Я? Ну, здорово.
Привет. Чего это тебе из твоих столиц наш края бросила? Тянет на старые места? Да вот в отпуск с ребятами. А, слыхал. Глянь на человека. 20 лет на руднике кассиши работает. Зарплату возят 200 тысяч за один рейс. Это же никаких нервов не хватит. Вот потому она волнуется, потому и шумит. А? Варнак ты, варнак. Несешь не знамо что. Значит, похоже, ты наверху. Федень, ну да поглядим. Может, и я наверху буду. Thank you.